Привет, ребята. Опять рассказ про теплосеть. Это организация, которая эксплуатирует трубы, всякие задвижки, насосы горячей воды. Это горячая вода и отопление. Как я понимаю, по одной трубе идет и отопление. Ну, летом нет отопления, только горячая вода. Это монополист, который просто цены задирает до небес. Отапливает улицу летом. В общем, я рассказывал уже, сам начинаю уставать. Сотни роликов, но надо рассказывать. Никого, как вы видите, нет, никаких ни СМИ. Происходит дерьмище. Трубу они меняют горячей водой зимой, отапливают улицу. Сейчас они прибежали ночь, там копают. Видно, какая-то авария, что ли, или срочно надо что-то сделать. Труба, которая типа заменена новая, она внизу, ее подсоединяют к куску, который такой уже староватенький. Вот. Потом, как я понимаю, все это будет прорывать. Ну, я дальше сниму, в общем. Машинка Мазик стоит, кранчик дешевенький какой-то, поганый. При том, что они собирают миллиарды рублей и долларов. Сами, надеюсь, сообразите, что где-то 1% идет на поддержание структуры, 99% в кармашке идет этим ребятам. Сделать очень, чтобы все нормально было, очень просто. Эти фирмы должны быть не частные шарашки какие-то чинушинские, а населению принадлежать. Чтобы какая-то конкуренция была, в общем. На этом все. До свидания, ребята. Пока.